50-летний юбилей отметил один из старейших детских садов Венспилса – Маргретеня, Ромашка. В настоящее время в садике работают 10 групп – 5 с латышским языком обучения, 5 с русским. Число воспитанников – 180 малышей. Мы очень гордимся своим садиком. Садик очень красивый. Особенно последние годы мы чувствуем, что он растет. И прям цветет на самом деле, как Маргретиня, это значит ромашка, цветок, вот такой красивый, доверяет нам, потому что мы работаем с большой ответственностью. Каждый из нас на своем месте делает свое дело, но цель у нас одна – забота о детях. Каждый день что-то новое. Дети меняются изо дня в день. И каждый день несет что-то новое и интересное. В качестве главной отличительной особенности садика и педагоги, и заведующие сразу называют его удачное месторасположение – прямо на опушке леса. Мне очень нравится работать в Маргретене. У нас потрясающий коллектив. У нас очень красивое место. Мы расположены прямо у леса, а через забор детский парк «Фантазия». Мы поддерживаем традицию занятий на открытом воздухе, наблюдаем за несколькими птицами, и детям это очень нравится. Местом проведения праздничного мероприятия был выбран актовый зал Венспилсской 3-й средней школы. Мы хотели собрать всех ветеранов, родителей, гостей, а у нас помещения не предназначены, чтобы принять столько много людей. Гостей на праздник собралось так много, что дополнительные стулья пришлось носить буквально со всей школы. А малыши и педагоги постарались на славу, подготовив многожанровый праздничный концерт. Юные артисты старались на сцене, а их наставники выкладывали в зале. Творческому развитию детей в «Ромашке» подходят основательно. Уже 25 лет садиком сотрудничает педагог Дома творчества Людмила Мацко, которая учит детей разбираться в музыке, красиво двигаться. Мы чередуем, у нас занятия идут аэробики, танцевальные, ритмы, пластика, на полу, на коврике, на ковре мы делаем упражнения. То есть валяемся, кружимся, скачем, все, и в игровом плане спортивные игры передаю. К юбилею садика 4 пары воспитанников, самому младшему из которых 4 года, а самому старшему 7 лет, разучили и продемонстрировали гостям свой первый в жизни вальс. 2 месяца, потому что здесь рисунок, композиция есть. Важно детям, чтобы они думали, соображали. То есть у них было мышление такое, пространственное мышление. В пространстве двигаться могли, передвигаться вправо, влево, по парам, вперед, назад, по линиям. Правая рука на плече, левая вытянута, в разном направлении стоят оба, в правом направлении, в левом. Это же они ничего не знали. В день рождения принято желать юбиляру всего самого наилучшего. И гости, и родители, и заведующие, педагоги традицию не нарушили. Так как мы ромашка, мы желаем нам расти, цвести и пахнуть, и еще много-много лет. За 50 лет в детском саду сменилось несколько поколений воспитанников. И сейчас бабушки и дедушки, первые выпускники, приводят в ромашку своих внуков. Юлия Костенко, Энджозенч, Курзамское телевидение.